Все, Петров, допрыгался. Завтра ожидаю в школе твоего отца. И чтоб ты не отвертелся, как в прошлый раз, уточняю. Твоего отца. Юлия Сергеевна, ну пожалуйста, ну не надо. Можно хотя бы отца моего отца? Ну, безусловно, твой дедушка милый человек, Петров. Но он вряд ли поймет даже часть из той информации, которую я собираюсь о тебе поведать. А если я найду его слуховой аппарат? Вот если ты вернешь ему его слуховой аппарат, он тебе будет очень благодарен. Но завтра я ожидаю в школу его сына, то есть твоего отца. Что я вообще такого сделал? Ты еще спрашиваешь. Петров, у тебя нет чувства такта. Это что, все из-за пения? Причем тут музыка? Ну, я имею в виду врожденную деликатность. Ну, зачем ты рассказал всему классу, что учительница математики целовалась в подсобке с учителем физкультуры? Да, она сама меня попросила. Как ты сама попросила? Вот так вот взяла и сказала. Петров, что ты там смеешься на последней парте? Расскажи всем, вместе посмеемся.